представляем АО «Эникс». В прошлом году нам исполнилось 30 лет. За эту 30-летнюю историю нам много что удалось сделать, я считаю. И основное наше направление – это мишенные комплексы и комплексы воздушной разведки. Здесь представлены и те, и другие. Из новинок мы можем показать – это модернизация мишени Е-95. Дальнейшая ее под названием Е-17, она представлена в трех вариантах. В планирующем варианте с двигателем турбореактивным и с нашим классическим пульсирующим. Комплексы воздушной разведки у нас модернизированы также, в частности, комплекс «Элерон-3», «Элерон-5». Сейчас мы на базе этих комплексов создали абсолютно новый перспективный комплекс «Элерон-7». Им уже интересуются многие силовые структуры. Мы прошли государственные испытания, и комплекс уже принят на вооружение. Далее из новинок. По просьбам многочисленным наших заказчиков мы в итоге решили учесть опыт других создателей мультироторных систем и создали свой аппарат под названием «Веер». Он необходим именно силовым структурам для работы в городе, там, где невозможно применять технику разведывательного самолетного типа. Нашей продукцией уже интересовались многие силовые структуры, в частности, это Росгвардия, естественно, Министерство обороны, ну и другие структуры. И на заказчики, естественно, проявляют интерес, в частности, очень большой интерес к воздушным мишеням. У нас они поставляются за рубеж, и собственно, достаточно больших количеств производится именно на зарубежный рынок. На этой выставке, насколько я помню, сегодня около 16 часов будет демонстрация наших аппаратов при боевом применении комплекса МСТА. Будут проводиться стрельбы, а корректировка огня и доразведка будет выполняться с помощью элеронов.